Здравствуйте, я вам сейчас расскажу о ящике для аккумуляторной батареи. Верхняя крышка оснащена ручкой для переноски, наружными клеммами, гнездом для прикуривателя 2 штуки и индикатором заряженности аккумуляторной батареи. То есть мы видим, что показывает у нас аккумулятор полностью заряжен. По мере разряженности у нас будут гаснуть кнопочки. Давайте посмотрим крышку изнутри. Два гнезда прикуривателя, силовые провода, два предохранителя, один на 30 ампер идет на клеммы, второй на 10 ампер идет на гнезда прикуривателя. Например, можно подключить прожектор. Для примера наш ящик с аккумулятором мы установили в лодку Сузумар. Через гнездо прикуривателя мы подключили дистанционный фонарик. И через клеммы мы подключили светодиодный фонарик. Точно так же вы можете подключить любые приборы, например, навигатор или эхолот. Если у вас мотор с электрозапуском, то необходимо подключить провода напрямую к аккумулятору. Для этого в крышке ящика имеется отверстие для подключения проводов. Если вы подключите напрямую провода к наружным клеммам, то при запуске двигателя предохранитель на 30 ампер сгорит, потому как сила тока на стартер намного больше. Сымитируем попадание волны на ящик. Через вентиляционное отверстие может попасть немного воды. Также в нашем интернет-магазине вы можете приобрести обычные боксы под аккумулятор. Надеюсь, это видео вам было полезно.